Здрасте! Всем привет, с вами Дава, и сегодня мы будем пробовать и, собственно, поговорим о новом продукте под названием Spectrum с Black линейкой, да, с черной линейкой, крепкой. Все мы ее курили на выставке, все мы получали подарочки от Spectrum и делали какой-то свой вывод, да. Ну вот, настал тот день X, когда Spectrum вышел на масс-маркет, на продажу. И давайте-ка посмотрим, тот ли это Spectrum или нет. Но вначале давайте, собственно, посмотрим вот такой вот подарочный бокс от компании Spectrum, который они задарили, да, и посмотрим, что в нем есть. Так, пока наш кальян греется, мы, собственно, о нем поговорим. Ну, для начала, курим мы на кальяне механика и, собственно, юзаем и тестируем угли под названием Fanconi, чтобы понять вообще, что это за уголь и стоит ли он, чтобы его как-то употреблять, да? Так, давайте, собственно, откроем. И что мы сразу видим внутри? Мы видим внутри вот такого вот мини-даву от компании Spectrum. Это, наверное, очень-очень интересный подарок. Но это мягкое, и с ней можно реально играться, и даже можно как-то ее монетизировать. Ладненько. Дальше. Внутри есть вот такая вот брошюрочка, да, собственно, со всеми новыми вкусами. Давайте пока разберемся со вкусами. В линейке Black было предоставлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 вкусов. Это утренняя манго, ну, овсянка с манго, это киви, это роза, это ореховая паста, это гранат, кактус, чай с бергамотом, китайские травы, эвкалипт и пряное вино. Пряное вино мы пробовали в прошлом обзоре, не в линейке Black, также там был эвкалипт, также там был чай с бергамотом и был кактус, да? Из всего, что там было, самое крутое, это был чай с бергамотом, очень круто. Ну и, собственно, вот такое вот благодарственное письмо, типа «Привет, Дава», «Ля-ля-ля-ля-ля-ля», «До встречи на фестивале» и так далее, да? Так, далее у нас открывается вот такой вот занавес, и внутри мы видим... Собственно, табак Spectrum. Его здесь было больше, но большую часть я скурил. Прокуривал, делал какой-то вывод, делал какое-то мнение. Сейчас мы курим китайские травы. И, собственно, об этом вкусе и поговорим. Собственно, пачечка. Давайте я коробочку нашу уже уберу, да, вот так вот. Сейчас будет громко. Вот такая вот пачечка. Квадратная, ровная, акциз, все дела. Открывается она вот тут вот так вот рвется. И, собственно, у нас здесь вылазит классический для Spectrum хороший качественный пакетик. Ну и, собственно, конечно же, мастера компании Spectrum сделали маленькую брошюрку, где есть какие-то миксы для людей, у которых хуёво с фантазией. Да? Рекомендованные миксы. И, конечно же, собственно, как правильно забивать Spectrum. Это мне больше всего нравится, когда... Табачные производители ложат брошюрку с рекомендацией по забивочке, да? Достать табак из упаковки, тщательно перемешать и оставить подсыхать на пару часов. Мы этого, конечно же, не делали. Пушисто забить табак в чашку. Фаннел или турка. Прогреть чашу на 4 углях в течение 3-5 минут. На 4 углях. Курить на 2-4 углях в зависимости от жара. Вау! Уф. Давайте, собственно, взрывать. Скажу сразу, что уголек Fanconi жгет не по-детски, прям пиздец. Кисло. Есть какая-то нотка кислоты. Тяжеловат. Именно тяжеловат. Вкус достаточно интересный. Он не яркий, он не резкий, но он очень какой-то заполоняющий. Знаете, вот в миксах, наверное, его было бы круто, но я обычно все прокуриваю только в соло.
по крепости чуть-чуть ниже того, что я пробовал на выставке. Ну, это, собственно, классика жанра, я думаю, да. А, либо это как-то связано с атмосферой выставки, либо это связано именно с промо-продуктом, который доставляют на выставку, да. То есть там все гораздо лучше, все дымнее, все вкуснее и все крепче. А на масс-маркете мы же видим уже немного другую картинку. То же самое со Спектрумом, но не так сильно, как у других производителей. В принципе, слюна начинает выделяться от вкуса, очень такой он прям заполоняющий, прям походу организм думает, что я ему еду засовываю. Почему я один вкус курю? Потому что я все остальное прокурил, я даже некоторые вкусы по две пачки скурил, типа ореховой пасты, типа кактуса и всего остального, да? Так вот, по крепости он чуть-чуть ниже заявленной на выставке, это очень радует, потому что на выставке он был немного прям ебейший, его было сложно курить. Йоу, мини, давай, иди сюда, вот так дальше. На, попробуй. Как тебе? Да не, на самом деле нормально. Спектрум курится вполне нормально, вполне хорошо. По дымности тоже все отлично, мне нравится. Но есть пару замечаний в плане того, как... Я очень чувствую ихнее вот это черное сырье, и оно немного неприятное. Знаете, и еще маленькая разница между классической, да, линейкой и Black. Black более-менее мокрый. То есть с ним немного лучше работать, нежели с классической линейкой, которая вот была суховатая, прям неприятная такая, знаете, консистенция. То здесь более-менее приятно, потому что в нем есть какой-то хотя бы сок, а не просто сухая солома. Я думаю, мы можем сейчас забить другой вкус. Я бы сейчас покурил бы еще один вкусик. Сейчас скажу, какой. Секунду. Так. Я бы покурил, наверное, бы розу. Просто мне интересно, роза, она мало у кого есть. И я не знаю, чем Спектрум был озадачен таким вопросом о том, что надо добавить в Black такой вкус, как роза, потому что роза, это, мне кажется, один из самых редких курительных вкусов, которые можно только заказать в кальянной, да, и Spectrum почему-то ее добавил, и мне кажется, она ей гордится, этой розой, да. Так что давайте мы сейчас чашечку махнем быстренько и попробуем покурить розу. Не переключайтесь. Собственно, роза у нас готова. И я еще, пускай немного еще погреется. И я, короче, заметил еще такую штучку. Смотри, здесь написано, что... Насколько забивок тебе хватит пачки Spectrum закрашивать чашку после каждой забивки? И, типа, как бы, ну... Можно исхитриться и забить одну пачку на 10 чашек, да? Вот, собственно, вот так вот. 10 чашек. Но можно, на самом деле, и 15 забить. Да, все в зависимости... От того, как ты куришь. Мы же, конечно, не жалеем, поэтому нам хватит на 3 чашки. Погнали. Роза. По запаху очень интересная, но очень специфичная. И учитывая то, что у Спектрума также некоторые вкусы, да почти все вкусы из пачки пахнут намного альтернативнее, чем они курятся, то я сейчас немного могу даже удивиться тем, что роза будет максимально специфичная и максимально непонятная. Я даже боюсь, честно. Роза — это мой один из самых нелюбимых вкусов еще, наверное, с Нахлы, когда у них была. Интересно, но реально на любителя. И даже если в миксах, то она будет съедать большую часть других вкусов, потому что она очень яркая.
Так, на горле очень остается роза, прям надо курить ее. Очень аккуратно. Но в целом, если ты извращуга, причем сочный такой извращуга, то тебе это, блядь, залетит роза, блядь, прям на ура. Да, в принципе, в целом, да, давайте подведем итоги по блэку спектрума. Накуривает, да, я прям чувствую, как меня накурило, учитывая, что я уже курил. По тяжести довольно-таки тяжеловат сам по себе, но это же типа блэк, а-ля хуё-моё, типа круто, блядь. А по крепости достаточно, я вроде говорю, бля, ебать, я поплыл. Роза, сучка, ты чё делаешь? Роза, блядь. А по консистенции табачный лист стал гораздо лучше. Появился акциз. А пачечки стали удобные, красивые, интересные. А в целом, табак есть хороший. Да, то есть есть. То есть в табаке есть хорошие качества, которые, наверное, многие оценят. А из негатива это то, что, то, что почти все вкусы кардинально отличаются от того, от того, как они пахнут в пачке. Так что будьте осторожнее. Бывает некая такая просадка в ароматике, и он просто исчезает в никуда, но это на какой-то промежуток времени. А потом он заново появляется. Очень сильно сушит рот. Прям сушит и выделяется слюна. Хотя и старый спектрум сушил, и уже классический акцизный сушил, да? Это, наверное, фишка такая производителя. Так, фуф, что-то меня бать подрасслабил от него. Прям хорошо. Что-то собраться не могу никак. Короче. Хорошо все. По большей части, да, как бы. Ну, плюс. Бля, ебать. Что-то роза вообще меня. Разнесла. Не, норм. Бля, короче. Короче, ребят, попробуйте, так будет лучше, что я поплыл, пиздец. А с вами был Дава Дым, это Spectrum Black, это Механика Смоук, и сегодня курили на уголечке Фанкони, так что всем удачи, ставьте лайки и ждите сегодня, либо завтра, постконкурсный, где мы разыграем всю линейку Spectrum Black.